Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена. Рада вас приветствовать на моем канале. У меня сегодня распаковочка и обзорчик от компании Faberlic. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Посмотрим вместе, что на этот раз я заказала. Кстати, девчоночки, это еще 19-й каталог. Можно по нему также заказывать. Кому интересно, просмотрите. Я также здесь заказала новиночки. Сейчас вам все покажу. Все вам расскажу, девочки. Шампунь 3D. Придает тонким волосам упругость, добавляет волосам эффективный объем, обеспечивает ослепительный блеск волос. Девчата, замечательный шампунь. Мне посоветовала моя подписчица, сказала, что уже пользовалась, и мы решили также попробовать. 3D. 3D объем. Итак, мои хорошие. Для мытья посуды полюбившееся средство от Faberlic. Для мытья посуды концентрированное средство. Свежий лайм. Девчата, такое я еще не заказывала. Но я надеюсь, мне так же понравится, как и предыдущее. Девчата, также заказали средство для мытья посуды и детские принадлежности с экстрактом календулы. Без красителей. Заказываю впервые. Надеюсь, что нам понравится. Кто уже пробовал, пишите в комментариях, как вам такое средство от компании Faberlic. Мужской дезодорант я уже заказывала для своего мужа. Ему понравился. Решила заказать еще. Также нам понравилось средство маска пудинг авокадо. Волосы после него просто чудесные. Обязательно закажите, кто еще не заказывал. Я сейчас вот так приоткрою. Аромат просто чудесный. Просто чудесный. Для волос это находка. Маска пудинг авокадо от компании Faberlic. Девчата, также заказываю на регулярной основе. Это у нас крем для завивки. Кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Мне понравилось. Зубная паста для детей. Заказываем специально для Даньки. Ему нравится с такой пастой чистить свои зубки. Также решила заказать гель для интимной гигиены. Нежное очищение для деликатных зон. Девчоночки, это для нас. Девочки, впервые заказала гель для душа «Релакс». Василек и Барбарис. Таким средством я еще не пользовалась. Попробую на запах, аромат какой. Как вкусно пахнет, девочки, как вкусно пахнет. Мое тело останется довольно. И также, девочки, впервые заказываю гель для душа антистресс, фиалка и мелисса. Такой, знаете, успокаивающий гель перед сном. Природа создала сотни полезных растений, а мы воспользовались лучшими дарами ее сокровищницы, чтобы доказать, красивая и здоровая кожа – это так естественно. Девочки, как красиво, да, звучит? Здоровая и красивая кожа – это так естественно. Гель для душа, антистресс. Впервые заказала кондиционер-сыворотка для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Никогда еще не заказывала. Восстанавливает и укрепляет материю волос по всей длине. Активно питает корни волос. Придает насыщенный блеск. Вот такая новиночка от Faberlic. Это у нас было к Новому году, так как мне посылка пришла уже после Нового года. Вернее, ее получила. Сегодня я вам показываю. Это гель для душа яблоко с корицей. Аромат хочу понюхать. Очень вкусно пахнет. Такой запах приятный.
Сейчас немножко так попробую. Да, насыщенный. Пахнет очень приятно. Я уже заказывала как-то ополаскиватель для полости рта. Лечебные травы. Замечательно помогает нашим деснам. У кого частенько воспаляются десна, кровоточит десна, в самую пору попробовать вот такой замечательный ополаскиватель лечебные травы. Еще один шампунь сегодня в моем обзоре. Это шампунь корень солодки и чистотел. Девчата, этот шампунь для склонных к жирности волос. Корень солодки и чистотел. Зубную пасту я такую уже заказывала. Экстра свежесть. Нашей семье она нравится. Паста зубная для всей семьи. Рекомендую. Ну а также полюбившееся средство для чистки духовок и плит. Многие девчонки пользовались таким средством и остались довольны. Кто еще ни разу не пробовал, рекомендую, попробуйте. Замечательное средство по уходу за духовками и плитами. Друзья, впервые заказала замечательную маску. Также по совету своих подписчиков, своих зрителей. Это маска питания и укрепления для всех типов волос. Репейник и крапива. Если вы уже пробовали, пишите в своих комментариях о результате применения этой маски. Надеюсь, мне она также понравится. Девчоночки, в такой коробочке тени для век. Запеченные тени для век. Ослепительный взгляд. Впервые заказываю такие. Еще ни разу не заказывала. Вот такие интересные тени. Имеется щеточка. Такая маленькая. Кисточка для подводки бровей. Я уже такой пользовалась. И решила заказать новенькую. Сейчас я ее достану, девочки, и покажу вам. Вот такая кисточка. Очень удобно подводить брови. Очень удобно. Карандаш тени для подводки глаз. Отличный. Я заказала этот раз такой, знаете, он как синий, сине-голубой цвет. Заказала. Я уже пользовалась такими. У меня был сиреневый. Такой карандашик. И был, по-моему, зеленый. Просто замечательный. Просто замечательный. Сейчас я вам покажу, девчата. Я сняла колпачок. Вот такие. Вот такой карандашик. И туалетная вода. Туалетная вода. Артикул 31-81. Туалетная вода женская. Кисточка для тональной основы. Мы такой пользуемся. Очень нравится. Замечательная такая упаковочка. Заказывайте. Ну еще, девочки, маски. Выравнивающий тон маска для лица. Вот такая, девочки. Жемчуг сияния. Маска просто оригинальная. Маска просто отличная. Девчоночки, такая масочка. Особенно для возраста плюс. Для уставшей кожи. Она кожу вашу подтянет. Она сделает ее более ровной. Морщинки разглаживаются. Кожа питается, увлажняется. Оригинальная маска. И еще одна маска, укрепляющая маска для лица. Коллаген тонус. Девчата, многие из вас уже пользовались такой маской. И, кстати, одна из моих подписчиц мне писала: «Лена, попробуй, закажи». Это еще было в том году, еще в начале того года. Я заказала, один раз попробовала и просто влюбилась. Влюбилась в такую маску. Это замечательная маска, которая делает нашу кожу более молодой и красивой. Рекомендую. Ну что, мои хорошие, сегодня у меня был вот такой небольшой обзорчик от компании Faberlic. Кто еще ни разу не пробовал продукции компании Faberlic, рекомендую, попробуйте. Ссылочку на компанию Faberlic я оставлю в описании под видео. Заходите, посмотрите. И, возможно, уже сегодня вы сможете сделать свой первый заказ. Порадуйте себя, любимую. Радуйте себя хоть иногда. Делайте себе подарочки. Делайте себе приятное. Девчонки, жизнь одна. Если мы сами себя не полюбим, нас никто не полюбит.
А я вас всех люблю. Вы для меня больше, чем подружки. Вы для меня большая-большая дружная семья. Мои хорошие, забыла вам еще кое-что показать. Это лак для волос. Я уже заказывала неоднократно. Мне нравится. Сильная фиксация. Контроль укладки в течение всего дня. При любой погоде. Ну, не знаю, как при любой погоде. Вот. Но то, что укладка держится в течение дня, то это да. Рекомендую. У меня волосы непослушные. Так что мне приходится применять при укладке лак для волос. Сегодня у меня вся информация. Всем спасибо за внимание. Всех вас люблю. Всем пока-пока. Увидимся. Кстати, мои хорошие, завтра у меня для вас интересное видео. Я попробовала 2 массажера. Я о них вам уже рассказывала. И завтра я вам расскажу о результатах применения данных массажеров. Спасибо, люблю вас. Пока-пока. Увидимся завтра.